видела когда-нибудь лавовую лампу? Ну, какая-то волшебная лампа, я не знаю, как они называются. В общем, такая штуковина стеклянная. Там внутри какая-то жидкость, и такие, такие штуки всплывают. То есть там где-то внизу оно нагревается. И, значит, вот такая вот этот шар, он как бы как одна доминанта всплыла в этот момент наверх, повлияла на наше поведение, начинает гаснуть, и в этот момент всплывает другая вместо, ну, на ее место. И вот такой процесс как раз с нами все время и происходит. Одна доминанта, потом вместо нее другая, потом третья, четвертая, пятая и так далее. Но так как у нас есть сознание, нам все время кажется, что это мы сами управляем процессом и не замечаем вот того, что в нас на самом деле просто друг с другом поочередно соревнуются вот эти вот нервные центры, из которых и состоит мозг.